Большое тихоокеанское мусорное пятно. Остров, превышающий размеры нескольких стран Европы, появился недалеко от Гавайев в конце 80-х годов и с тех пор только увеличивается, представляя собой настоящую экологическую угрозу. Как экологи решают эту проблему? Привет, с вами Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Ученым давно известно, что в Тихом океане образовался новый материк. Площадь его приблизительно, границы тоже, и пройтись по этой территории нельзя, так как сушей служит пластик. Это большое тихоокеанское мусорное пятно, или восточный мусорный контейнер. Расположено мусорное пятно по координатам 135 градусов западной долготы и 35 градусов северной широты, то есть примерно между Калифорнией и Гавайскими островами. И его прекрасно видно на снимках из космоса. Площадь мусорного острова более 1,5 миллиона квадратных километров. Да, при площади Тихого океана в 165 миллионов квадратных километров кажется, что это капля в море. Теперь представьте, что размеры Тихоокеанского мусорного пятна равны площади Франции, Германии, Польши и еще пары-тройки стран из Европы немножко поменьше. Здесь, в этой точке Тихого океана, собралось примерно 80 тысяч тонн пластика. Такие цифры приводятся в докладе о Тихом океане. Разумеется, размеры весьма примерные. Восточный мусорный контейнер больше известен как большое тихоокеанское мусорное пятно. Это скопление отходов, плавающих в одном месте, в том числе и на глубине. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований предсказали его существование еще в 1988 году. При этом они опирались на исследования отдельных участков Тихого океана и снимки Тихого океана из космоса. Но воочию мусорное пятно впервые увидел американец Чарльз Мур в 1997 году. Сначала общественность не восприняла его слова о гигантской свалке в Тихом океане всерьез. Но однажды шторм выбросил на пляже Гавайских островов тонны пластиковых изделий. И о большом тихоокеанском мусорном пятне заговорили. К сожалению, с момента обнаружения количество мусорных пятен только увеличивалось. Какой-то мусор выбрасывают с кораблей, какой-то с берега, какой-то попадает в океан во время штормов наводнений. И волны северо-тихоокеанской системы течений несут его дальше. Старший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ, кандидат биологических наук Филипп Сапожников в своих сообщениях о Тихом океане поясняет. Особенность этих течений в том, что они образуют своеобразные водовороты, внутри которого почти всегда штиль. Поэтому отходы не расплываются по океану. Мусорные пятна постепенно сливаются в одно большое пятно. Разумеется, наличие мусорных пятен в Тихом океане сказывается на обитателей глубин. В водах плавают изделия из разных материалов, но основной вред приносит пластик. В отличие от отходов, которые подвержены биоразложению, он лишь распадается под действием света на мелкие части. И рыбы зачастую путают их с планктоном. В результате они получают отравление разной степени. А пластик поступает по пищевой цепи дальше. В том числе доходит и до человека. Не меньший вред приносят и рыболовецкие сети, в которых запутываются и погибают черепахи, а также дельфины. Многие морские животные принимают целлофановые пакеты и пластик за медуз и поедают их. Поэтому в желудках попавших на берег животных находят десятки килограммов пластика. Ученые считают, что Тихоокеанский мусор наносит урон более чем 200 видам обитателей вод. Экологи и океанографы начали исследовать большое Тихоокеанское мусорное пятно в конце 2000-х годов. Были созданы организации, занимающиеся проблемами загрязнения Мирового океана. А в 2017 году экологи запустили кампанию, призывающую ООН признать восточный мусорный контейнер государством. Даже название придумали – «Мусорные острова». Цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. И это удалось.
Тем более, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Альберт Гор объявил себя первым гражданином нового государства. Решить проблему мусорных пятен пытался и голландец Баян Слат, в 2013 году основавший некоммерческий фонд. Согласно задумке изобретателя, очистить от мусора Тихий океан способно специальное устройство, представляющее собой плавающий барьер длиной 600 метров. Конструкция захватывает мельчайшие кусочки, а вспомогательное судно время от времени перевозит отходы на сушу. В конце 2018 года прошли испытания первой версии, после чего барьер доработали и в 2019 году снова отправили в Тихий океан. Спустя 4 месяца Баян Слат заявил об успехе испытаний и пообещал, что в ближайшее время перейдет к массовой работе. Он уверен, что флот из 60 таких устройств способен убрать половину большого тихоокеанского мусорного пятна уже через 5 лет. А к 2040 году проект позволит собирать порядка 90% пластика. Предпринимаются и другие попытки очистить Тихий океан. В том же 2019 году состоялась экспедиция, автором которой являются специалисты неправительственной организации. За 25 дней им удалось выловить 40 тонн мусора, в том числе 5 тонн рыболовных сетей. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!